Так, всем доброе утро. Короткий обзор. Вот. Ну, так вот водоемчик оброс. Сегодня 25 июля 2022 года. Помидорчики у меня так вот пошли. Огурчики. Много малин, видишь. Вот так мангальчик сделал. Вчера, кстати, вино первое уже залил, отцедил. Вот. Еще не буду еще ставить. Столики делаю. И вот так вот делаю бассейник. Пока временно. Натянул ткань. На самом деле здесь будет обделано пластиком. Пока еще нет возможности пластик. Буду только приобрести. Найти не могу. Ну, в общем, оно приобрету. Ну, вот беседочка. Приходится закрывать брезент, потому что сволочи кошки лазят. О, только сказал. И разбираю вот это вот строение. Крепость настоящая. Это я когда-то делал. Это был коровник. Цемент здесь жесть. Приходится очень трудно разбирать, чтобы сохранить эти блоки. Еще от них есть большая такая идейка. Здесь будет большая площадка, брусчаточка выложена, будет качели, по стене виноград пущу. И там еще будет летняя кухня строиться. Тут тоже все брусчаточкой это делано. Вот. И вчера еще тот делал, ну, тут еще доделывать. Начал еще одну конструкцию строить. Спросит, кто, что это такое. Ребят, сразу скажу. И правда еще не доделал, еще доделать будет. Еще вот эти вот. Спросите, беседка вон, да? Вот еще беседка. Но это беседка детская. Это у меня внуча попросила, очень сильно ждет, давно ждет, я ей обещал, что я сделаю такую домик-беседка будет. Ей будет играть. Тут еще будет такая интересная песочница. В общем, как-то так. Короче, работы еще много затеяно. Вот этот бассейн весь построен, еще раз напоминаю, из канистр. Полностью из канистр. Наполнен щебнем. Так что приобрету пластик сюда. Он сволочь сейчас очень дорогим. Не знаю, может найду где-нибудь рук подешевле. И в общем как-то так буду делать. Ну так вот мангальный делать еще не доделал. Будет еще камушками все выкладываться. Вот так вот. Ладно, всем привет. Пора собираться на работу. Уже даже бежать, я уже опаздываю.